Дорогие друзья, приветствую вас. Находимся в гостях у Надежды и Михаила. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас пригласили на чаепитие. Расскажите, пожалуйста, как вообще произошел ваш переезд? Откуда вообще вы узнали о нашей компании? Вы знаете, компанию мы нашли с помощью риэлторов. Вообще мы сюда планировали переезд с 15-го года и из Самары. Планировали и потихоньку даже купили квартиру здесь, в Цибанабалке, и у нас как бы вот было время для подбора. И почему именно это место мы выбрали, а не там Новороссийск нам предлагали и прочее? Потому что здесь уникальный климат. Грамотные риэлторы нам попали и объяснили сразу, что здесь комфортно, степной, морской. И плюс горный, да. То есть это начало Кавказских гор. Вот. И поэтому именно за это место мы уцепились. Конечно, мы обследовали вначале Пятихатки, потом мы Цибанабалку. Но мы люди городские, и нам хотелось вот какого-то вот порядка, вот цивилизации. Что здесь, в принципе, мы увидели. Мы когда заезжали сюда, то получилось так, что попали в самое начало строительства. Здесь еще мы десятая семья, которая сюда вселилась. Хотя вот эта половина нашей улицы Цветочной была застроена, и половина Солнечной была застроена, и соседняя. Когда мы сюда приехали, то нам понравилось, что участки ровные, красивые. Дома уже тогда стояли готовые, наш дом был готовый, и нам понравилась, в принципе, планировка, потому что застройщики частные, они, конечно, неплохо. Хотелось просто готовый дом купить, что у нас и получилось здесь. А те, кто вот частники строят, они немножко как бы вот такие вот скромные дома строили. А вот «Стройгарант» она понравилась тем, что здесь был выбор. Что все-таки такое самое ключевое оказалось, что вы вот прям приняли решение остановиться? Наверное, вот в совокупности все. Потому что, да. И, безусловно, одной из первых ролей сыграло то, что здесь будет газ. Для местности, вот для этой, газ – это коммунальные вот эти вот все дела, это принципиально. Газ, централизованная вода – вот это вот определило выбор. Застройщик полностью свои обязательства перед нами лично выполнил. Вот перед, я не знаю как. Ну, судя по тому, что поселок строится, значит, все в порядке. Все продвигается. Да, да, все продвигается. Как мы себя после Самары здесь ощущаем? Ну, конечно, по сравнению с Самарой, где 6 месяцев зима, а здесь ее нет, то комфортно, честно говоря. Убедились в том, что здесь зимы очень комфортные. И когда меня спрашивают родные, чем вы там занимаетесь зимой, я говорю, мы траву полем. Могли бы нашу компанию рекомендовать? Или вообще, может, были какие-то уже вопросы у людей, кто интересовался покупкой жилья? Покупкой жилья, да. В принципе, у нас вот у Михаила Петровича знакомые интересуются. Ну, в основном в Самаре. Когда мы там бываем, да, в гостях. Там друзья, товарищи остались, родственники, не все мы. Я показываю фотографии. Ну, в общем, ну, у кого есть возможность, интересуются. Да, интересуются. Тем более, что поселок-то, в принципе, ведь практически достраивается. И люди, кто это, мы уже просто поторапливаем. Если вы надумаете, то бронируйте. Я в курсе, что тут продается очень хорошо. Да, продажа хорошо. Да. Какие проблемы сразу? Да. Кантону. Нас никогда не оставляют в этом плане. Прям мгновенно все устранялось. Да. Сейчас, в принципе, пока у нас уже никаких, да, нету все таких. Хорошо. Ну, поначалу, да, мы в 2019 году, когда заселились, да, были, конечно, какие-то мелкие эти, но они, да, устранялись моментально. Мгновенно. Да. А вот уже такой вот глобально в прошлом году, он тоже, это, то есть гарантия того, что здесь помогут и не оставить, это есть. Я немножко дополню тебя. Да, конечно. Ну, мы познакомились с Анапой немножко раньше, в 2013 году. Приехали сюда отдохнуть, а мы ни разу в Анапе не были, поэтому интересно было, что за город, все. Нам он очень понравился. Мы побыли здесь и
стали мечтать. Да, да, да. А когда купили просто квартиру рядом в Цабанабалке, ну, приезжать стали сюда в гости, в отпуск. Пожить, посмотреть. Да, 2 недели в июне, 2 недели в сентябре. Вот. Нам так понравилось, думаю, о чем мы. Возраст у нас большой, всю жизнь работаем, а не пора ли о своем здоровье подумать. Вот. Но квартира есть квартира. И мы стали мечтать о доме, чтобы, да, чтобы не было соседей, чтобы сверху не тявкала собака, чтобы сбоку не плакал ребенок. Вот. Ну да, нам и уже хочется вот тишины и покоя. И всю зиму, ну как, начиная не то, что зиму, с ноября, подыскали вариант купить дом. Мы 4 месяца, очень много домов нам риэлторы показывали, очень много. Но то нам не нравилось. Тут немножко специфичные способы застройки. И потом нам однажды показал риэлтор вот этот поселок. Мы мимо проезжали, ни разу не заглянули даже. Да, сколько есть. И прямо в первый же день мы зашли, и вот нам этот дом понравился. Прям сразу понравился. И мы сразу же, все, больше искать не будем, мы покупаем. Вот. Супер. Прям вот, душа легла. Прямо да, вот в первый да, же день нам понравился. Да. То есть хотя мы этих домов посмотрели прям без всяких разговоров. Массу. Нам что понравилось? Во-первых, Надюшка сказала, большие участки. Вот, ровники красивые, дома красивые. Вот, комнаты большие. Да. Вот, окна. Ну, ну да, да, все просторно. 2 санузла. Ну, в общем, все как положено для комфортного проживания. Вот. И мы купили, и чем дольше мы живем, тем мы убеждаемся, что мы сделали очень правильный выбор. Дело в том, что вот чем хороший еще застройщик, он идет навстречу и делает дома по индивидуальным проектам. Вот это вот такой плюс большой, потому что вот уже следующая улица Малиновая, она там застроена практически с пожеланиями. Мы просто спешили, нам нужно было уже сразу переезжать, поэтому мы готовы взяли. А можно там и где-то кто-то окно еще дополнительное делает, кто что. Но вот это вот очень интересно. Главное, что это все делают, все это оперативно. Кто-то там погреба, кто-то там дополнительные эти. То есть вот этот вот момент хороший. Кто думает сюда переезжать, и даже вот в плане здоровья, я хотела сказать, как бы легче. У меня вот сердечко пошаливает. В Самаре я тяжелее гораздо переношу это. А здесь мне легче. Здесь, во-первых, вот этот вот воздух морской, он действительно лечит, что там говорить, зелени здесь много. И вы знаете, начал расти свой сад, такая благодать. И сейчас вот, конечно, уже природа увядает, а летом... Ой. Здесь в основном контингент, это пенсионный. Угу. Со всего бывшего Советского Союза, сейчас Россия, здесь приехали из Дальнего Востока, из Камчатки, из Сахалина, с Владивостока, с Хабаровска, с Сибири, с Урала. Очень много здесь с Кемерово. Вот. Также есть и с Калининграда, Москвы, Крыма. И вот наш возраст пенсионный, мы как-то ближе друг к другу общаемся. Нам очень нравится. Да, и молодежь здесь вполне адекватная, и люди все приветливые. Ну, конечно, безусловно, люди все новые. Где-то идет и процесс притирания, где-то чего-то, но народ совершенно адекватный. Надежда и Михаил, благодарим вас за ваше гостеприимство, что нас пригласили в гости, так тепло приняли, и за ваши отзывы. Спасибо вам большое. Желаем вам долгих лет жизни и счастливой. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.